Всем привет, ребят. Ну что, вот и настало время провести конкурс на Огнекрыла. Давно уже я как бы конкурса не проводил, потому что немножко занят, и конкурсы, как вы знаете, всегда забирают кучу времени, кучу негатива, как обычно. Поэтому решил сделать еще один конкурс. Он будет у нас эти месяц. Конкурс будет абсолютно для всех серверов. То есть, может, там русский Android, английский Android, iOS тоже постараюсь забрать. То есть, это не проблема будет. Как бы iPhone у меня есть, и зайти на сервер отдать. Единственный вопрос, я так и не разобрался там по поводу стримов. Точнее, да, по поводу стримов с iOS. Ну, в принципе, это не проблема. Будет время, я это делаю. Будет уже скоро вторая новая у нас машинка. Будет еще больше видосов в качестве уже, ну, в принципе, я и сейчас могу вам в качестве их выставлять, но все равно не все смотрят в 4К. Ладно, то такое. В общем, конкурс на Огнекрыла длится будет он месяц. Условия, как обычно, подписка на канал, репостик данного видоса. Также должен быть коммент, образец я оставлю под описанием. Именно пример, то есть вы видите, он будет прикреплен, точно так же вы должны будете сделать. По поводу спама сразу же говорю, все полностью, кто там захочет спамить, вы знаете, что я долго трачу время, много времени трачу на это все, но я все-таки смотрю, проверяю все, потому что у меня нету подставных, скажем так, конкурсов. Я этой херню не страдаю. Я люблю, чтобы все было открыто и честно. Так, что вам надо будет сделать? Сделать репостик данного видоса, то есть в любую социальную сеть. Ну, это в основном контакт, у всех контакт. Facebook, там Одноклассники, кто сидит, есть люди постарше, которые в Одноклассниках сидят. У многих проблемы с контактом. Ну, в принципе, если вы хотите Огнекрыла, это не есть проблема, там зарегистрироваться, поставить VPN, сделать страничку. Сразу говорю, по страничкам, если там на страничке мало там людей, там пишут фейк, не фейк, я все прекрасно понимаю. У меня у самого была страничка до недавнего времени, там было человек 60, сейчас уже там свыше 4000 подписчики начали подписываться. Я как бы ее открыл, решил добавлять, списываться по поводу роллингов. Кстати, ссылочка на мой канал в телеге в описании, можете подписаться, будете первым видеть новости. Скоро будет очень много нового контента на канале, поэтому хотите быть в числе первых, подписывайтесь. Вы видите, что делается на английском сервере. Так, дальше. Также, помимо этого, будут дополнительные еженедельные конкурсы. То есть, помимо этого видоса основного, где будет разыгрываться Огник. То есть, это будет в конце, там, ну, через месяц. Также будут конкурсы. Посмотрим, что там будут продавать, смотря какой сервер там победитель будет. Разные варианты есть. Есть и некросы, и вольты, и офигенные плюшки. В зависимости от того, с какого сервера, конечно, будет игрок. Там уже будем смотреть. Ну, то есть я не буду ограничивать там вот именно такое и все. Я буду смотреть, что интересное будет с недостающих героев. Буду смотреть сам аккаунт. И, соответственно, заберу там недостающих интересных героев. То есть это могут быть там, например, вот вы знаете, на английском сервере. Здесь, да, допустим, но сегодня нету. Вчера я показывал, там был Анубис, Стрелок, Ворожай, Фрея, по-моему, если не ошибаюсь. Еще кто-то за 10. Может быть такой приз. Может быть приз там Вольт, может быть Некрос. То есть вариантов как бы... Ну, сегодня на английском не очень базар. Варианты есть разные, то есть это, к примеру, английский. Если возьмем, там зайдем на китайку. Я не знаю, там сегодня что-то продают или нет. Возможно, кто-то с китайки будет аккаунт.
Тут у нас на китайке. Ну, тут не крыл. По героям тут ничего нету сегодня. Вот, например, продают рогатку, да, там у него будет недостающий. Ну, я это буду рандомно выбирать. Не будет никакой привязки там больше, меньше доната. То есть я что захочу, то буду дарить. Ваше право участвовать, не участвовать, это как бы ваше уже, скажем так, желание, не знаю, желание, проблема, не проблема, решение. В общем, какие могут быть проблемы, когда вам, грубо говоря, дарят бесплатно на русском. Как обычно, вы знаете, что у нас очень редко что-то бывает, там бывают определенные дни, поэтому будем, скорее всего, это же будут выходные, у нас будет 100% базар, будем определяться уже по базару, что там будет продавать. На английском с этим проще, на китайке тоже, в принципе, немножко проще. То есть будем уже смотреть по ситуации, то есть будут еженедельные конкурсы, там выходные, потому что в будние дни у меня желания нету, и, честно говоря, это немножко харит. Что надо будет для этих конкурсов делать? Это конкурсы помимо основного, то есть за основной я вам рассказал, этот видос, делаете репостик, оставляете правильный пост и ждете конца месяца. А помимо этого будут розыгрыши. Среди видосов вы знаете, что у меня вот английский аккаунт, который есть новый, я его прокачиваю, то есть он постепенно прокачивается. У вас будет много видосов по поводу прокачки героя. Многие спрашивают, какие таланты. Я практически каждый день стараюсь выпускать героя, там одного-двух. Я могу это все быстрее сделать, но сейчас времени нет, я стараюсь так по два видосика вам делать. Два героя в день. У них идет нумерация, то есть вы можете посмотреть там с начала месяца сегодня какое. Ну, сегодня второе, я вам третьего этот видос уже закину на ютубчик. Вы сможете увидеть его. И с начала месяца там, сейчас посмотрим, что у меня на канале. Сейчас я вам открою даже рабочий стол. Вот так много меня оказалось. Такс, где там у нас два дня назад. Вот начиная с 50-го, да, грубо говоря, два дня. 49-й. Вот три дня. 48-го видоса, вот 48, другая сторона доната, 11-я часть, начиная, грубо говоря, отсюда. Я рандомно буду выбирать видос. Возможно, не один, посмотрим. В зависимости от того, какой приз, то есть это будет либо на стриме, либо отдельно видос запишу, где я выберу победителя. То есть, начиная вот с 48-го видоса, целую неделю у меня там дополняется, грубо говоря, 20 видосов будет, да. То есть, с этих 20 видосов я выберу любой один видосик, возможно не один, возможно два, три, то есть это все будет рандомно, под настроение, скажем так, и разыграю среди тех, кто по данным видосам поставит лайк, то есть лайк, подписка, ну все как обычно, то есть грубо говоря, помимо этого основного видоса, чтобы вас не путать, это дополнительно именно по US, то есть о них идет нумерация, начиная с 48-го уже, грубо говоря, в эти выходные, там, какое число будет у нас, там, 6 или 7, да, там, то есть до этого числа будут дополнительно разыграны на выходных призы, я буду выбирать рандомно это все, постик тот же самый, что и под основным видосом, можете оставлять, то есть, как с вами связаться, сейчас я вам, если я найду, конечно, видос. Уже сколько видео выходит каждый день. Конкурс, конкурс, конкурс. Да, я хрен даже его так найду. Определяем победителя. Где-то должен быть здесь. Вот конкурс на Огнекрыла. Определяю победителя. Фиг его знает. Ладно, не буду я его. А вот конкурс на Вольта, да. Берем. То есть вот есть, как пишут комменты, то есть вы можете увидеть. Ну, в принципе, думаю, вы все знаете, если вы подписаны на канал и не новенький, вы знаете, что делать. Для новичков, объясняю еще раз, вы
Делаете репост видоса вот этого, который вы сейчас видите. Вот сейчас вы видите. Этот видос участвует, я уже просто разжевываю, в конкурс на Огнекрыло. Он будет там разыгран, думаю, числа 2, 3, потому что у меня 31 день рождения. Поэтому, ребят, у меня... Возможно, я буду там, не знаю, но я точно не буду не в состоянии это все разыгрывать. Поэтому... Вот этот видос, который вы видите, вы делаете репостик. Как репостик делать, думаю, все знают. Делаете репост, ставите лайк. У вас должна быть открыта подписка, как обычно, плейлист, чтобы я видел, что вы поставили лайк. И ссылочка на репост, куда вы его делали, и ссылочка на связь. Как видите, вот есть, вот, например, Playboy TV, вот такой вот даже, видите, жесткий ник у него. У него есть вот Facebook. Связь, как с ним связаться, репост. Они могут быть даже разными, там, WhatsApp связаться, то есть репост в социальную сеть и как с вами связаться. У вас должно быть открыта подписка на канал, то есть... Сейчас мы перейдем на мой канал. Вот мой канал. Если я зайду в плейлист, то есть на вашем канале, грубо говоря, я увижу плейлисты, которые вы смотрите там сохраненные. То есть у вас должны видео, которые понравились. То есть если вы поставили лайк, оно у вас туда добавится. Также должны быть открыты подписки каналы. То есть видите, у меня открыто, кто там, на какие каналы я подписан. То есть это одно из основного, что у вас должен быть репост данного видоса в социальную сеть. Ну и комментарий согласно тому, что я напишу там под видео, прикреплю, то есть точно такой же. Возможно, я добавлю туда IGID. Ну, многие говорят, ну, я не знаю, это не столь важно, в принципе, для меня, честно говоря. Главное, чтобы были выполнены вами условия, и, в принципе, этого хватает. То есть делаете такой же постик, делаете, выполняете все условия, и там через месяц мы разыграем Огнекрыло. По поводу конкурса в ЮАСКе аналогично все. Каждый день выходит там 2, 3, 4 видоса, бывает и 5, как у меня настроение. Сейчас я себя перемещу. Вот, как у меня настроение, бывает больше снимаю, меньше. Как бы видосов хватает, но я все вам не могу открыть сразу, потому что вы потеряетесь в куче инфы. То же самое, оставляете репосты, делаете, точнее, делаете репосты, оставляете комментарий такой же, как под основным, то есть под каждым видосом, начиная с 48-го, можете вернуться назад. Я рандомно буду выбирать на выходных какие-то видосы и выбирать с них победителей, свяжусь с ними, потом уже всем полностью вместе, там, например, там какие-то паки, в зависимости от того, откуда будет человек, с какого сервера, уже буду смотреть по аккаунту, то есть мы будем там, не знаю, или в прямом эфире это забирать, либо под видос, то есть мне как бы это не столь важно, мне главное, чтобы вы сделали свою часть условия, я сделаю свою, в принципе, и все. Поэтому все в ваших руках, как знаете, многие просто втыкают свой шанс, они делают не так, делают не то, удаляют там репосты, не открывают стенки. Опять же, напоминаю, то есть ВКонтакте, там, если вы ВКонтакте или какой-то, у вас должна быть открыта стена, чтобы я видел. Потому что если у вас этого не будет, либо условия, которые вы не выполните по Ютубу, не будет этого, я автоматически просто снимаю. То есть это уже было не один раз, много людей просто провтыкали свой шанс. Есть люди, которые с первого раза это все понимают, делают правильно. В общем, это все зависит от вас. Хотите, участвуйте в этом конкурсе на Огнекрыло. Хотите, участвуйте в конкурсе на плюшки. Плюшки будут разные, сразу говорю, там не будет. Возможно, кому-то больше будет, кому-то меньше. Это рандом, как я захочу. Поэтому вот так вот. Хотите, участвуйте, хотите, не участвуйте. Все зависит только от вас, как бы я свои условия всегда выполняю. Единственное, там вот есть человек, которому я до сих пор вот пообещал Вольта, и я до сих пор его не дал, потому что чисто завтыкал пароль от того аккаунта. Я сразу говорю, я тебе помню, я тебе не забыл, просто у меня времени не так уж и много. Будет пак с Вольтом, я тебе его отдам, не переживай. Он меня бомбит, достает уже, не знаю, сколько там прошло, но я все прекрасно понимаю, но есть причины, которые
не от меня зависят, поэтому вот так вот. Ну, кто как бы знает, как я ролю и мои конкурсы, вроде никого не обидел, все довольны и счастливы. В общем, вот так вот, ребят, желаю всем удачи и победит тот, кто победит, это все рандомчик выбирает, не я, там никаких подстав, ничего нету, поэтому все зависит только от вас и от рандомчика. Просите, просите, это ломайте рандомчик, чтобы он кидал вашу ссылочку. В общем, вот так вот, ждите видос, смотрите под видосом ссылочку, как правильно оформить, и все зависит только от вас. Все, всем удачи, всем пока.